девчонки, прокаталась сегодня с утра. Покажу, что купила. Тут, как всегда, тарахтун здесь. Смотрите, хочу вам показать, вот чем умывается Софийка вот для проблемной кожи. У кого угри, вот жирная кожа, вот такой переходный период у детей. Выписывал косметолог вот такой вот фирмы. Мы покупаем в аптеке очищающий гель для лица для чувствительной жирной проблемной кожи. Гипоаллерген, это нужен pH, не содержит спирта, без пробенов и красителей. Софийка вот сейчас в последнее время всегда на нем. Хотела сфокусировать. Поэтому вот кому интересно, у кого такая же проблема, можете проконсультироваться, спросить у косметолога. Линзы. Ежедневки опять Total. Очень тонкие, очень комфортные. Она их, в них даже не чувствуется, что... Ну, вообще, никогда никакого дискомфорта. Мы даже не пользуемся каплями увлажняющими, то есть необходимости нет. Вот две упаковки, это на месяц, выходит 3700. Total. Так вот они называются. Тоже кому, если интересно. В Марии купила себе две заколки, все пополомалось мне, потому что я вот так хожу заколочками, или когда сушусь, обязательно они мне нужны. Потом Марии купила такую ленту, не знаю зачем. И хотела, вообще ехала к ним за бумагой, бумаги у них новогодние нет, какая-то одна ерунда, зато я потом поехала в гипермагнит. И смотрите, какие красивые упаковочные бумагу, я какую упаковочную там красивую купила. Хочу муляжи поделать. Еще где-то два, сейчас выберу из какого. И вот для них купила бантики. В этом году у нас как-то с подарками непонятно. Дети хотят, в общем, деньги. Потому что уже такой возраст, и у Егора уже автоматы на меня особо становятся интересны. В общем, попросили финансы. Поэтому, наверное, сделаем так. Так, здесь, девчонки, я забрала Василек. Здесь положила его, знаете, для чего? Чтобы не выезжал этот пылесос, чтобы здесь убрался. Хочу здесь протереть полы, потом на кухню его надо. Всем хочу сказать привет поближе, потому что я сегодня с вами еще не здоровалась. Мы сейчас с Егором уезжаем на английский. Выезжать, потому что вчера не снимала. Мы повесили все украшения, какие были. Так, у меня, да, вот осталась одна елочка. В фикс-прайсе надо докупить еще. Ну, в общем, вот так вот. Фонарики. Вечером, конечно, это красивее. Смотрится, Дед Мороза повесили. Вот какой-то ужас происходит. Вот, 9 градусов показывает. На улице прям жара жарой. Когда придет зима к нам, непонятно. Уже все устали. Такой погоды. Девочки, сегодня с утра шла и прям птички пели по-весеннему. Потому что солнцешко пригревает. Они щебечут, там что-то... Травка зеленая, где-то там показывали, вообще уже эти распускаются нарциссы или какие-то цветы. Ну, в общем, дурдом то, что происходит у нас в этом году. Конечно, хочется уже нормальной зимы. Называется, купили пуховики, да, Егор, с тобой? Горки в комнате наряжали вот окно. Мне вот эти вот очень нравятся снежинки, хотя они предназначены, конечно, для другого, чтобы с них собирать. Видите, у них тут разрезики. Но я их вот так на окошко вешаю, и хорошо видно, и они такие плотненькие, здоровские. Конечно, можно еще докупить, если вот я не забуду. И вот эту, боже мой, сколько я не поправляю. Этот цветок, ну такой бестолковый, ой, прям не знаю я. И сам не цветет, еще и мешает этим. Боже, надо от него избавляться, я уже не выдерживаю. В общем, вот так вот. Нет, все равно неровно. Из-за его веток совершенно ровно не висят. Может, его в бок убрать и протереть надо. Заодно я пришла, девчонки, увидела, что у меня цветы не политые. В общем, сейчас пойдем до Софийки, да, наряжать. Как раз там три штучки еще осталось на ее окно. Точно такая же гирляндочка будет. Потом сейчас я, конечно, опущу. О, поехал на зарядку. Никак не припаркуется. Интересно, мне все время наблюдать за ним. Никак не найдет себе ракурс, чтобы заехать удобно. Выравнивается. Сейчас, если не станет, надо будет... Видимо, он ее сильно затолкал туда. Ну все, все, не надо. А ну-ка, обижаться. Давай заново. Паркуемся. Сейчас должен заехать. Когда сильно туда... Вот, видите, сам задвигает и встать не может. Все, на зарядку. Так, я сейчас принесу тряпочку, протрем. Девчоночки, достала рыбу, которую я вчера
малосолила, но вообще она столько еще жидкости здесь дала. Она такая соленая, ну что-то я прям переборщила, конечно, соль, но вкусная. Она прям вот жирок выпустила как-то, прям настоящая малосольная, даже не малосольная, а сильно соленая почему-то у меня получилась рыба. Но вот с картошечкой будет, конечно, огонь. Вот так что буду теперь в следующий раз, а или я так и сделала? Или я двойную сделала? Вроде я двойную. Нет, подождите. Так, все правильно. Я как положено по рецепту на YouTube, так я все и сделала. Сейчас родителям позвоню, пусть придут, я им кусочек угощу, отдам. Здесь девочки у меня готовятся к тому, чтобы отвариться пища богов. Мама нам сегодня угостила салом, салатом вот этим своим вкусным. И так сразу захотелось картошки, ну и яиц, соответственно, все. Они мне так хорошо помещаются в этой кастрюльке с пятерочки. Так, сейчас и поставлю их, наверное, на самую крупную плиту. Ой, в конфорку. Плиту. Что я плиту? На какую плиту? Сейчас родителям позвоню. Егорка поел, вернее, мы вдвоем с ним кашу поели. Помните, мы в пятерочке брали клубничную? Такая прям сладкая, что-то мне показалось чересчур. Егор тоже сказал, такая не очень, а лучше обычную. Потом слопал свою котлету для бургера с этим, со спагетти, побежал наверх. Все, я сейчас буду ее вытаскивать. Наверное, полотенчиком ее как-то обмакну бумажным. И, наверное, все-таки мне надо... Девчоночки, наконец-то я заставила себя снять вам обзор на заказ мой любимый Василек. Смотрите, давайте начнем с того, что мне самое больше интересно, это скатерть. Мне нужна была на мой новый белый стол кухонный, мою белую новую кухню скатерть. Вот. Я сначала положила какой-то размер, 1.5, что ли? Да, 1.5. Она 1.5, по-моему. А потом думаю такая... Почему такой маленький? Я же стол буду на Новый год раздвигать, у нас становится он овальным. И, естественно, эта скатерть, которую я заказала, она будет, ну, короткая. И тогда я забросила в корзину, вернее, поменяла... А, я уже оформила заказ, уже им отправила, они мне его одобрили. А потом я уже написала, говорю, да, вот они мне выделили. Можно мне скатерть поменять 1.5 на 1.80 м. То есть, она же... Раскладывается диагональ, 1.10 м остается, а длина стола будет увеличиваться. И получается, я заменила скатерть. Значит, вот так она выглядит. Ой, я думаю, будет прям нормально. Девочки, еще была на 2. Можно было взять 1.50 м. Вот, ширина 1.50 м сверху до низу, вы видите. А длину можно взять 2. Ну, мне 2 ни к чему. Поэтому так она просвечивается, но ничего страшного. Стол все равно белый, идет она такой тесьмой красивой. И ткань была... Значит, смотрите, стоит она 1006 рублей. Полулен ткань. Да, у нее такая текстура, похожа на лен, но там, видимо, добавлена синтетика. В общем, мне нужна была чисто белая скатерть. И то, что я как бы ожидала... то я и получила. Этим заказом я прям-таки горжусь. Боже мой, не горжусь. Этим заказом я прям очень довольна. Главное, чтобы теперь по размеру подошло идеально. Белую скатерть. Естественно, мне нужна была дорожка. Ну, дорожки либо были такие бледноватые, чтобы совсем белые. Как-то это вроде и смотрелось не по-новогоднему. Я то сначала белые закинула, то с бледными голубыми снежинками закинула. Потом все это убрала, девочки, и выбрала все-таки дорожку. Ткань рогошка, 204 рубля. Пром, маленькая калибри. Почему маленькая калибри? А, маленькая калибри, это то, что вот здесь вот это сидит птичка, калибри. Так, подождите. Ну да, она у нас... А какой у нее размер, девчуля? А не написано. Будет она короткая. Слушайте, здесь сколько будет? Ну, здесь больше метра. Смотрите, у нас 1.10 м диагональ стола.
Сейчас пойду померяю. Девчоночки, я померила, она по размеру подходит идеально. Но просто я вот сейчас стою и думаю, насколько она мне нравится. Такое ощущение, девочки, что она мне не нравится. Как это... Не знаю. Нет, она мне не нравится. Я поняла, что она мне не нравится. Она как-то дешевизной прям прет и все. Не знаю, может оставлю, может нет. Буду, короче, советоваться своим показывать. Ну, вот такая расцветка. Сейчас залезу на Wildberries, девчонки, еще посмотрю. Так, здесь я, значит, в этом заказе в сомнениях. Дальше для мамы я заказала полотенце, девчонки. Называются они как-то винный, что-то там, набор полотенцев. Так, винный край. Обычные полотенчики, они стоят 3 штуки здесь в наборе. Набор полотенец 185 рублей за 3 штуки. Размер 45 на 60 у них. И материал они почему-то не написали. Ну, типа тоже как рогожка. Вот они. Сейчас откроем, посмотрим. У меня-то есть полотенце. А маме, думаю, раз такая цена, то что такое? Закажу и ей. И все следом начали вылетать. Для кухни у нее же еще как раз кухня в таком цвете. Ну, вот они как. Обычные, стандартные эти полотенчики. Не стала я заказывать в новогоднем, значит, рисунки, потому что, думаю, не знаю, почему-то показалось, что потом это как-то не очень будет актуально, когда уже год пройдет. В общем, вот такие полотенчики. Значит, здесь у нас вот такая расцветка. Очень мало уже, что осталось на сайте. Вот так вот комплектами. Все уже было разобрано в тот момент. Это было, наверное, недели полторы назад, как я заказывала. 50 на 90, махровая. Цвет не указан. Синий цвет. И это Туркменистан, наверное. Вот, два таких. Может, себе оставим. Может, придется кому-то подарить. Нечаянные гости, может быть, какие-то забегут. Потом и Узбекистан. Вот Узбекистан. А, нет, это Туркменистан тоже. 50 на 90, почему-то красный. Ну, видимо, я заказывала. Раз он пришел вот такой вот. Девочки, ну, полотенце это неинтересно. Вот такой, все 100%. Это костюмы. Давайте с Софийкиного начнем. 48 я ей заказала, чтобы был посвободнее. 48 размер. У нее, по-моему, это называется... Да, это у нее пижама называется. 555 рублей. Стоит эта пижама у них на сайте. Ага. Ой, какая смешная. Голубая такая кофточка. Ой, достаточно как раз свободная она будет. С таким вот пончиком. Я не знаю, я такое выбирала? Нет, по-моему, я не пончики выбирала, девчонки. Я вот сейчас даже не могу вспомнить. Мне кажется, что-то я немножко другое. Может быть, они поменяли. А, ну, так написано. Ну, ладно, пусть будут пончики. В общем, вот так вот. Кофточка. Ну, она, наверное, на 48-й. Но если брать ее, она потом подсядет, скорее всего, и будет уже маловато. И шортики, да, нам надо было шортиками, вот такие смешные шортики. Пончики. Так, это у нас 555 рублей. Дальше, костюм для мамы. Мы здесь с ней очень долго советовались, размерами же у них непонятны. В общем, заказали аж 56-й, хотя мама 52-го размера. Заказали 56-й костюм женский с бриджами. 853 рубля он стоил. Заказали 56-й размер. Я так думаю, ничего себе такой огромный. Ну, он как бы на 56-й, не знаю, девочки, выглядит 54-й, наверное. Тем более для дома, говорю, как раз будете свободны. Ну, в общем, мы решили, что нормально. А если даже еще постирает, и он, может быть, чуть-чуть подсядет. В общем, надо на маме это смотреть. Нормально будет, девочки. Взяла вот такую расцветочку, вроде и синий, вроде и симпатично, весело. Встретим Новый год. И такие бриджики.
Ну, бриджики мы открыли, мама говорит, нормально. Тут точно не 56-й, девчонки. Вот штаны не 56-й, 54-й где-то. Мне так кажется. Хотя фиг его знает. В общем, такие синие бриджики. Они до колена, здесь у них кармашки. Внизу манжет. Вот такой. Так, и два других костюма я заказала и себе, и маме. С размерами тоже была целая у нас катастрофа. Я маме сначала 54-й, потом 52-й, да нет, давай 52-й. Потом говорю, мам, он на пуговицах, давай все-таки может 54-й. В общем, ёшкались-вошкались мы, и в итоге маме взяли 54-й размер. Девочки, это вот такой их новомодный костюмчик. Цена ему 1200, представляете, 1200. 54 размер, вот потом я вам скажу, как оно там у нее село. Это вот ведербальчик, сейчас свой померяю. Вот, здесь рукава 3 четверти, вот то, что мне нравится. Я не люблю длинные рукава, особенно дома, это неудобно, потому что я всегда вожусь с водой, мне постоянно приходится их задирать, а это то, что надо. Здесь, да, наверное, на 54 размер будет. И я почему еще стала сомневаться... Здесь она на пуговичках, думаю, если возьмешь маленький, будет вот так вот расходиться, сядешь. Ну, короче говоря, взяли 54, он такой приятный к телу. Сделан как рубашечка. А тоже, по-моему, мне кажется, кто-то из блогеров заказывал, показывали, вернее. И штанишки. Штанишки довольно такие не широкие, не огромные. Симпатичный костюмчик. Это вот 54 размер. А свой я сейчас прям, девчонки, при вас на себя надену, потому что... Ой, не хочется мне уходить, переодеваться. Я такая что-то ленивая стала в этом плане, потому что еще столько дела меня отснять уже надо. С этим закончили дело. Так что, смотрите, себе я заказала 50 размер. Вот такой костюмчик. И я его еще не открывала. Вот хочу посмотреть. Ой, девчонки, но он 50, он шире тот, который у меня розовый. Розовый, помните, у меня турецкий, он тоже у меня... 50 размера, но он поуже. Ну-ка. Тут у меня прям в обтяжечку. А этот свободный. Короче говоря, вот этот вот костюм черный, его можно брать в размер. Ничего не будет. Хорошо, 52 не взяла. Главное, чтобы мама теперь не ругала, что я 54. Ну, буду тебя в следующий раз знать, потому что сложно. Кто у кого из блогеров смотришь, говорят, что сильно садятся, берите на два размера там побольше. Кто говорит размер? И вот сидишь перед заказом, все время думаешь, что заказать. Ну вот, смотрите, девчули. Если бы я взяла 48, он бы был прям в обтяжечку. Здесь свободно, для дома комфортно. Рукава ничего не тянет, это при условии, что я еще на футболку. Задняя часть вот так. Сейчас штаны попробую натянуть сверху. Штанишки. Так, у них тут перед, зад. Ну, девчули, что не сделаешь ради вас? В общем, все я сняла и решила нормально померить. Значит, кофта. Смотрим. Она не в обтяжку, просто для меня отлично. Для толстенькой Наташи очень даже неплохо. Дальше, девчули. Штанишки. 1,65 я ростом, но они мне идеальные. Ну, 1,68 еще могут подойти. Далее они будут немножко уже коротковаты. Сразу минус этого костюма. А, кстати, ткань такая себе, знаете, не такая уж и плотная. Тонковатая мне показалась. Особенно это чувствуется на штанах. Не знаю, как они будут носиться. Значит, смотрите, что я вообще терпеть не могу в этих брюках, в лосинах, я не знаю, что там еще, леггинсах. Когда мы их надеваем, девочки, мы чувствуем, ощущаем на задней нашей самой привлекательной части, что у нас вот идет вот так эта резинка. И когда мы будем садиться, задняя часть будет у нас еще больше открываться. Хорошо, здесь рубашка, она это прикроет, да? Но по ощущениям, не знаю, может, у меня такая попа огромная, что она... Или посадка здесь неправильная, пошив какой-то не тот. В общем, когда я их только одела, я сразу почувствовала, если спереди они прям на пузике хорошо. В общем, смотрите, у меня какие ощущения. Вот на животе они вот так, а назад они уходят вниз.
И я это очень прям сильно ощущаю. Мне это вообще не нравится. Мне все время хочется вот эту заднюю часть вот так вот взять и прям вот так вот натянуть. Может, это с глубиной у них, с посадкой, с глубиной. В общем, вот это я чувствую. Мне это дискомфорт доставляет. А так, в принципе, все хорошо. Пошито идеально, смотрится великолепно. Я думаю, мама тоже будет довольна. Мы будем с ней на Новый год в одинаковых костюмчиках. Ладно, все, на этом я, наверное, буду заканчивать свой обзор. Ну, так, в принципе, очень даже ничего. Могу рекомендовать, если кого-то не смущает вас. Скорее всего, влоги будут выходить реже. Наверное, я уже переболела этим YouTube. Хотя я уже не раз так говорила, да, девочки? Это вот моментами бывают. Иногда прям всплеск эмоций, энергии. Ты хочешь делать, а потом раз такая, и в твоей жизни какая-то наступает пауза, когда к тому делу, который ты прям жаждал, прям болел им, тебе это нравилось, ты остываешь вот прям стопроцентно. И ты думаешь, иной раз забываешь зайти посмотреть, сколько людей посмотрели, может, написали тебе комментарии. Иногда даже забываешь об этом. И это называется, наверное, пауза. Ну, ее, наверное, надо как-то пережить. И потом, наверное, все-таки опять возвращаться с новыми силами к этому делу, да? Все. Всем хочу сказать еще раз огромное спасибо. Ставьте пальчик вверх, пишите комментарии. До новых встреч. Всем пока-пока.